Я вас всех приветствую, дорогие друзья. Мы с вами, как всегда, на MyCSGO. Хочу вам напомнить о своем личном промокоде DENERS, который дает вам плюс 35% пополнению. Именно вводите его сюда, после чего пишем сумму, например, 1000 рублей, пополняется на 1350. То есть плюс 350 рублей на халяву. 5000 пополняете, 1750. А если десятку закидываете, то уже 3500 на халяву. Не забывай активировать данный промокод. Я напоминаю то, что все ссылочки, как всегда, будут в закрепленном комментарии. Погнали смотреть видос. Итак, друзья, мы с вами на MyCSGO, и у нас сегодня будет прикольный челлендж. С 2000 рублей получится ли у нас приумножить балек. Сам увидите. Двушка. А, кстати, есть еще бонус на баллы. Посмотрим, приумножим либо нет, потому что, наверное, их лучше не надо будет использовать. Потому что, когда новый человек заходит на сайт, у него же не сразу бонус есть, он постепенно их копит, верно же? Поэтому давайте попробуем с двушки. Что нужно делать? Смотрите. Всегда у меня тактика проста. Я люблю открывать... О, кстати, Black Friday, то есть Черная Пятница. Новый кейсик получился вот такого вот. И он появился на MyCSGO. Как бы, как MyCSGO, да, пропустит Черную Пятницу. И они в честь этого создали вот такую скинчанс, как я понимаю. 1045 рублей стоит, и он в красном цвете сделан. И я как понимаю, топовые красные скины здесь будут находиться. И больше всего по красноте здесь, да? Ага. То есть прикольный кейсик, который мы по-любому запишем в рубрику, пооткрываем его. Так, какие еще кейсы у нас тут прикольные есть? Давайте посмотрим из майнинг кейса, ничего нового. Кейсы блогеров тоже не нового, ничего нету. Но получается, у нас есть только один новый кейсик, да? Это Black Friday, окей. Так, чтобы я пооткрывал бы на сумму, когда у меня есть на балике 2000 рублей, я бы пооткрывал бы Sweet Dreams. 57 рублей стоит, и я советую его многим всем открывать, потому что кейсик прикольный, может хорошо дать. Давай попробуем. Так, 42 рубля дал. Давай следующий кейс. Окей, еще разочек. Окей, еще разочек. Прорыв вентиляцию. Блин, ну там калаш проскочил, императрица. Давайте еще пооткрываем немножечко, попробуем поймать. Можно открыть всего раза три. Быстро сейчас откроем и уйдем отсюда. Да-да, нет-нет. Ну, это и последний вот этот, быстрому хоп. Быстрое движение глаз. 98 рублей. Окей, сегодня не по пути нам. Давай дальше. Так, майнинг кейсы. Именно азимов по 10 штук. Цена вопроса 123 рубля. Ну, прикольный кейсик, потому что падает 5 ганов, именно азимов, и может выпасть как и МК азимов, и АВП без проблем. Но по статистике падает больше всего на 3, на 4, либо на 5 раз. Ну, у меня большинство почему-то в 5 раз или 4 падает прям нормально какой-то ган. Не всегда, но бывает. И, кстати, часто бывает. Вот мы уже второй раз прокрутили. Давайте третий раз прокрутим. С нами какой-нибудь P90 упадет. Нет, не упал, видите, третий раз. Ну что, пошла статистика. На четвертый раз падает что-нибудь. На четвертый раз P250 падает. На пятый раз падает ничего. То есть вот на четвертый упало. Давайте на шестой раз что-нибудь упадет. Опять P250 упало. То есть я говорю, где-то после четвертого раза начинает постоянно дропаться. Промокод DENERS не забывайте, чуваки. Поддерживайте меня. Буду вам благодарен. Так, 1111 рублей у нас остается. Давай последний раз здесь крутанем и пойдем другой майнинг кейс открывать. Так, все, последний раз крутим и let's go. Кстати, по 250 дало. Давай тогда еще разочек крутанем. Про что я вам и говорил. АК-47, 2141. Так, я думаю, блин, либо его продать, либо его оставить. Я вот не знаю, что. Мы с двушки с вами начинали, да? Давай лучше продадим его. У нас на балике трешка, то есть косарь плюс мы с вами наварили. И можно будет крутануть сейчас. Давайте три раза крутим его и уходим. Если что-то выбиваем, такого топового, то, конечно же, мы это оставим. Либо М-ка, либо АВИК. Было бы, конечно, очень круто. Ну, даже и калаш я оставлю, потому что баланс мы уже с вами приумножили. Так, это какой, второй раз или третий был? Ладно, давай еще один разочек и все. Так, не дало. Окей. И теперь можно, как я вам говорил, на другой азимов
крутануть, вот, рискнуть один раз можно либо за 760 рублей 10 кейсов, либо дальше крутить. Вот у Нинуарчик частенько падает. Здесь вот. Тут у нас, смотрите, у нас здесь Авик, Юспик, Глок, М4А4. Вот цена, видите. И вот частенько здесь может что-то упасть. Можем пару раз крутануть его. Блин, ну пока что, смотрите, 600 рублей мы уже с вами в минусе. Ну, если имею в виду с трешки считать. Так, так-то пока что мы в плюсе. Ничего не упало. Но вот Юспик упал до 1200. Отлично, Юсп. Это кайф, кайф, кайф. Давайте мы его пока оставим. Так, 1200. То есть мы уже с вами с двушки 1200 купили. То есть 800 рублей типа остается, да? Давай дальше идем. Кейс с сахаром можно крутануть. Прикольный кейсик. 380 рублей стоит. Можем себе позволить, потому что мы уже как бы в плюсике. Ну, мраморный градиент, конечно же, прокатится. До электрического уля не докатится. 134 рубля. Давай еще разочек. Эко, это очень дешевая пушка. Еще разочек. Код красный. А вот это хорошо. Вот этот мы дигл по-любому оставляем. И мы с вами уже выбили в плюсе. Уже с вами в плюсе. Отлично, уходим отсюда. Кейс сахар могу рекомендовать. Так, давай еще кейсик какой-нибудь найдем прикольный. Кейсик прикольный, кейсик прикольный, кейсик прикольный, кейсик прикольный. Ход рот 190 рублей. Прикольный кейс, прикольными скинами. Именно скины вот такие могут выпасть. Можете сами посмотреть. Так, и мы смотрим, что у нас выпало. А у нас выпал Спаг Маг 7. Так, Фобос. Тоже дешевая пушка. Фулл инжектор Тег 9. Тоже. Дезерт Игл Нага. Тоже дешевый. Хищные растения. Тоже. Что-то не падает сегодня отсюда ничего. Только сказал, что не падает. И нам падает неоновый гонщик за 4700. Я хотел сказать пару тысяч. Но вот посмотрите. Hot Rod, спасибо тебе большое, данный кейс. Ну вот. Давай дооткрываем тогда его. 190 рублей. Пушка за 4700. Ну там 4800 почти. Пищевая цепь. Блин, упал бы он, был бы тоже хорошо. Он так. Он нормально стоит. Я бы не сказал бы, что вау, много. Ну, нормально стоит. Блин, ну это круто, что так выпало мне. Просто кайф. Так, 413 рублей. Какой-нибудь хочется кейсик подкрывать? А, давай тот же самый подкрываем. Где он? Где он? Вот он. Sweet Dreams. 57 рублей всего лишь стоит. Он прикольный кейс, который может дать. И очень хорошо может дать. Блин, я же думал, до перчаток докатится. Если бы катилось бы, конечно, было бы я в шоке. Так. Пока нема. Так, а сколько раз я могу крутить? 5 раз точно могу. Окей. Так, 10 раз пока не получается. Еще 5 могу. Так, еще 5 могу. Ну, выпадет что-нибудь. Давай, что-нибудь топовое выпади. Ты должен. Я прям чувствую. Ну нет, не хочет давать. Да. Он говорит, братуха, я тебе и так дал топовые ганы. Какие тебе еще раз? Давай последний разочек. И все. Ладно, погнали смотреть, что нам выпало. И оценивать общую стоимость. Ну что, друзья, вот такие скины мне выпали. Сами вы это видели, Юспик. Нинуарчик. Код красный дигл и неоновый гонщик. Это общая сумма продажи. Если все делать. Так, доступно для продажи. Продать все. 7336. А мы, у нас была двушка. То есть 5200 сверху. Я считаю, это очень круто. Ну что, ребята, спасибо вам за просмотр. Оставляйте комментарии и подписывайтесь на канал. А как всегда, ссылки будут в закрепленном сообщении. До новых видео. Пока-пока.